Привет, друг, это Зверько. Давно в игру не добавляли танков, и вот Мунтон решили исправить эту оплошность. Встречай, это Бакси, а сокращенно Бакс. Ха, Бакс, Бакс, ко мне, хороший мальчик. Но это еще ничего, наши переводчики хотят назвать его Баксия, название цветка. Вот прям пока сценарий пишу, там в конфе происходит бой. Лично я за Бакси, чем за женоподобное Баксия. Но увидите результат сами. А пока я буду называть его Бакс. Да, напоминает Добрыню из русского мультика и подчеркивает возможность драться щитом вместо оружия. И как человек, который обучает средневековому бою, щитом противник вырубается на раз, даже через шлем. А теперь коротенько о спонсоре. Это, конечно, 1xbet. В этом надежном букмекере быстрые выплаты и большие выигрыши. Киберспорт присутствует среди других спортивных рубрик. А еще при регистрации и первом депозите ты можешь получить бонусом до 6500 рублей по моему промокоду. Ссылка и промокод будут в закрепленном комментарии. Ну что же, давай по навыкам. Первый навык. Бакс превращается в колесо от Джонсона и с ускорением двигается в любом направлении. К слову, управляется он на порядок легче, чем Джонсон, но и в форме колеса находится ограниченное время. Нажав еще раз на навык, можно подпрыгнуть и перепрыгивать препятствия или миньонов. Мне кажется, во время прыжка скорость становится выше. Что там по урону? Врезаясь в противника, Бакс наносит урон и оглушает его на полсекунды, а рядом стоящих противников отталкивает. Если же в прыжке натолкнуться на героя, то Бакс ударит его сверху, нанося больше урона и оглушая уже на полную секунду. Минус навыка – можешь врезаться в крипов. Второй навык – бросок щита. Щит наносит урон и маркирует жертву на 2 секунды. Еще раз применив бросок в эту же жертву, быстро перезарядит навык и можно таким образом закидывать жертву. Но стоит промахнуться или попасть в другого героя, навык уйдет в КД. Ульта. Напомнила старый навык Пуджа. Бакс начинает выливать лаву из своего щита и получает ускорение перемещения на 30% продолжительностью в 10 секунд. Лава наносит продолжительный урон, если цель на ней стоит. Можно прожать ульт в любой момент, даже до, либо после первого навыка и поливать все лавой в форме шара. Теперь о пассивке. Вот пассивка мне очень понравилась. Это встроенный антихил. Любой урон от навыка навешивает на цель антихил в 50% длиной в 4 секунды. Для тех, кто не знает, что такое антихил, введите в гугле «антихил зверько» и гляньте видос, будет очень полезно. И вдогонку баг. Если взять на него антихил предметом, отхил пропадает вовсе. Это имба. И это порежет, я просто уверен. Итак, что у Бакса на данный момент? Контроль соло цели, постоянный небольшой урон и крутая пассивка, заменяющая целый предмет. Выглядит довольно интересно. А как тебе? Напиши в комментариях. Если видео понравилось, подписывайся на канал и жми в колокольчик, чтобы не пропустить новости. А пока я пойду переводить обнову тестового сервера. Удачи, друг!